Водоемчик. Not drinking water написано, не пить. Это чисто для омовений. Храмовые всякие беседочки. Здесь очень классные деревья посажены. Такое прям спокойствие среди города на фоне небоскреба. Интерконтиненталь и тому подобное. Здесь он столбы с надписями и потолок очень красиво расписан. Пойдем дальше. Если чуть пройти, здесь выходим к большому Будде. Еще здесь вон белые фонарики такие сделаны. И они светятся, там у них лампочки есть. Сюда вечером, если прийти, будет прямо обалденно. Красиво все светится. Подвешено. Ага, кошка от дождя спряталась, он в статуе внутри. Да вон под драконом или тигром, или кем это там. Сидит. Голуби какие-то дикие подкармливаются. А вон сидушечки. А, ну здесь, короче, не наступать на площадку. Писано Будда, у него какая-то шапочка от дождя. И миллион других Будда. Еще. Там что-то написано прямо. Вот такой храм.